Привет всем! 19 февраля мне довелось побывать на горной усадьбе Миачан вместе с людьми из Комсомольского Намурья отделения Всероссийского общества слепых. Смотрите на неофициальном Комсомольске. Вы уже пофотали? Тихо, на чем тебя знают, что ли? Захар, да, ведущий проводник у нас, мы без проводника никуда не пойдем. Сейчас дождемся проводника. Я ребят поведу. Да. Я их поведу. Эта поездка стала возможной благодаря проекту «Зимнее дыхание», который участвовал в краевом конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций, выиграл и получил финансирование от правительства Хабаровского края. Подожди, еще одну. Пошел. Все. Вот. Еще выше, давай. Выше. Вот у тебя сила, а у меня куда вот спинка. Как красив зимний русский лес. И вот за этот перевал, если перевалить, там у нас находится гора Чалба. Она самая высокая у нас на Миачане, она 1560. А это все хребет Миачана? Это все хребет Миачана. Елки, а еще дальше, туда дальше, за горизонт. Туда уже белые. Снег белый, снег высокий. Очень красиво. Нужно было видеть, как незрячие или плохо видящие люди наслаждались свежим воздухом, первозданной тишиной. В общем, как говорится, впечатление было через край. Отличная погода, отличное настроение. Вот так вот. Остыли реки, и земля остыла, и чуть накопились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня, меня, как ее светлую даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Зима раскрыла снежные объятия, и до весны все дремлет вдруг. Только елки в треугольных палатках, только елки в треугольных палатках, мне навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня в свинячую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Ну, всем привет! Привет! Ольга, Евгений, здравствуйте! Да, здравствуйте! Ну, скажите, вот ваши впечатления об этой прогулке. Я очень благодарен за приглашение, что позвали. Как ваши впечатления? Ну, мы, во-первых, это очень долго ждали, да, да. И тренировались. Ну, то вообще, есть... проект очень замечательный. Где еще можно покататься на собачьей упряжке? Да, очень понравилось, да. На нартах кататься. Также в проекте нас буксировали на канате за
Бураном тоже очень понравилось. Да. И на снегоходе катались. Да, вообще замечательно. И прогулка, и небо очень сильно, и солнышко очень ярко. Вот мы подходим к председателю общества слепых Комсомольска на Амуре Дмитрию Николаевичу. Дмитрий Николаевич, здравия желаю. Здравствуйте. Расскажите, это как получилось? Это, ну, я тоже так благодарю за приглашение на эту прогулку. Очень самому понравилось. Но вижу, и людям очень тоже понравилось. Да, это у нас идет реализация социального проекта, который мы выиграли по линии СОНКО правительства Хабаровского края. Проект называется «Зимнее дыхание». Его реализация началась с сентября прошлого года. В программе у нас марш-бросок был хороший, буксировка на снегоходе лыжников, опять-таки езда на нартах. Как бы завершение данного проекта у нас будет это участие в международном лот-марафоне Чапалова Юлии, который состоится 31 марта в районе поселка Горный.